Ровно год назад в торжественной обстановке на этом месте в основании будущего аэровокзального комплекса был заложен символичный камень. Грандиозный проект компании «Базел Аэро» рядом с зданием старого аэропорта, которому почти 50 лет, впечатляет. В большом и современном здании, его на площади почти 12 тысяч квадратных метров, доводится до совершенства вся технологическая цепочка приема и отправки пассажиров и самолетов. Новый терминал готовится к сдаче. Фактически здесь завершаются отделочные работы, это можно видеть. Параллельно идут пусконаладочные работы по оборудованию. Здесь достаточно много разного оборудования, всего, наверное, около 50 разных систем. И параллельно еще и идет обкатка технологического оборудования, которое присуще каждому аэропорту. Это багажная система, досмотровое оборудование. Причем тестирование идет с привлечением персонала. Персонал дополнительно оттачивает свои навыки работы на достаточно сложном оборудовании. В зоне регистрации пассажиров все сейчас выглядит так, словно они уже готовы к регистрации. Но это пока тестовые чемоданы. Они приготовлены для начала испытания пропускной способности системы. Она же должна быть достаточно высокой. Плановая 600 пассажиров в час, а пиковая – это 1100 пассажиров в час. В принципе, это соответствует самым максимумам от горячего сезона, которые бывают. Но мы не будем забывать, что есть резервы для роста. У нас старый терминал продолжит свою работу. И при необходимости мы будем вот эти мощности тоже включать. Впервые за многие годы гости курорта получат свой багаж с автоматической лентой подачи. Масштабы зала, где багаж будет собираться на рейс, впечатляют. В зале вылета уже готовы места под магазины и кафе, а в VIP-зале уже все дышит ожиданием. Сердце аэровокзального комплекса, его инженерно-технологическое оснащение работает в рабочем режиме. Летом охлаждать огромный комплекс будут мощные холодильные установки. Город просто обязан взлететь на новую высоту. Анапский аэропорт растет со скоростью 20% в год. Это один из самых высоких показателей в России. И, по сути дела, уже давно дорос до нового аэровокзального комплекса. Да? Здорово, что он появляется сейчас. И я уверен, что с этим комплексом Анапский аэропорт в этом году побьет рекорд по количеству пассажиров. Превысит, например, планку 1,5 миллиона в год. Завершаются работы по благоустройству вокруг терминала. Здесь намечено 120 парковочных мест, зеленая зона, установлено освещение. Готовятся к высадке кустарники и деревья.